Всем привет, ребята! Вы на канале Санишка, играем вместе. И сегодня мы продолжаем играть в игру Сиреноголовый. И я хочу вам показать, что готовят для нас разработчики. Разработчики для нас готовят новую карту. Вот сейчас посмотрите, я тут походил. А здесь я предполагаю, что будет река протекать. Вот здесь впереди, здесь стоит домик, куда мы не можем подойти. Здесь также будет находиться река, я предполагаю. Вот, также сюда нельзя будет проникнуть, пока нельзя проникнуть. Потом, дальше здесь еще один домик. Мы можем его увидеть издалека. Домик и что тут вокруг него? Не вижу, то ли какие-то могилки, то ли кирпичи. Вот смотрите, видите? Здесь... Что здесь будет? Здесь будет или дорога. Может быть, даже здесь будет и дорога. Так, я, ребята, вообще забагался за карту. Так, может быть, здесь, кстати, будет и дорога. Она будет соединяться с вот этой центральной, главной дорогой. А может быть, будет и река, я не знаю. Честно. Вы, ребята, напишите комментарий в инстаграме у Санишки. И также подпишитесь на наш канал. Санишка, играем вместе. Здесь какие-то трубы, вы видите. Что это за трубы, тоже непонятно. Пока к ним спуститься нельзя. Игра не пускает. Здесь ветряки, ветряные генераторы стоят, но они не крутятся. И также какие-то трубы. Здесь вот идет дорога и домик. Видите, он уже отстроен, этот домик. Но пройти к нему нельзя. Вот я пытаюсь приблизиться, ничего не получается. Вот он уже так близко передо мной. Но пройти я сюда не могу. Заглянуть тоже не могу, что там будет. Окошки не горят. Вот ветряки стоят. А здесь уже бездна вот за картой. Так, что мне попробовать пробежать по дороге? Ага, вот видите, это называется деревенская сторона. Тут или деревенька. И здесь пробегает человек с фонарем. Если вы к нему приблизитесь поближе, он превратится в чудовище. Поэтому лучше к нему не приближаться. Здесь вы видите стога сена. Стога сена. А здесь еще стога. Машины деревенские, вот джипик, пикапчик. Так что, ребята, скоро в Сиреноголовом будет обновление. Будет глобально расширена карта. По слухам, даже будет добавлен океан или море. А я пойду за этим чуваком. Схожу. Посмотрю. Это что такое? Какой-то забор. Заборчик. Это домик. Вот этот чувак. Лучше к нему не приближаться. Можно, конечно, приблизиться. Но тогда... Он превратится в унылое чудовище и вас будет атаковать. Очень неуныло даже, очень быстро. Вот так рычит. Видите как? Рычит, рычит. Так. Даже, наверное, от него и не скроешься никуда. Но что не сделаешь ради наших подписчиков, чтобы показать
вам вот таких странных существ. Вот дорожка. Этот край дороги мы уже видели. Здесь она идет. А вот еще один червь. И за мной уже, видите, гонятся два создания страшных. Я уже собрал почти всех криптидов за собой. Они несутся за мной по пятам. Это парковочка, здесь стоят свечи. Может быть, после Хэллоуина они остались. Сейчас меня наконец-то уже догонят. Так, впереди кто-то тут есть. Кто это? О, это человек-костюм. Костюм-мен. И тут кто-то еще прыгал на меня. Атаковал. В общем, ребята, сегодня я показал вам, какая будет карта. Обновление карты в Сиреноголовом. А вам, если понравилось это видео, то ставьте лайки. Всем пока!